Я это все сразу же начертал в голове у себя. Какие будут качели. Вторая площадка потом появится. Вот это спать будет, это вот там печь. Под этой келье идет там огонь, а вот эту трубу выходит. Вот это вот. Вот она, ну, таракань называется. Топить с той стороны. Оттуда. То есть я должен все, как будет купаться, как обезопасить, как тут мир такой. Все я должен вообразить, как родители будут узнавать, как давать объявления, привозить продукты. Мы соломы искали сухую, набивали матрасы. А потом у меня настоящие матрасы появились. Одеялки свои были, а сейчас у меня синтепоновое теплое одеяло. Подушки там ни одной не было, соломы. У меня сейчас 120 подушек. То есть это я должен был думать, как печь делать, как хлебы печь, если не будет. Где доставать? Как увозить, если заболеет, воображение должно полное. Вот мы поехали в поездку, я должен заранее сказать, воображение, что нужно? Значит, получить паспорта иностранные. Ну как это сделать? Я ничего не знаю. Я читаю литературу дальше, визы еще труднее. И все говорят, трудно, трудно и почти невозможно. Я спрашиваю, невозможно, а есть? Ну можно, но очень трудно. Невозможно, значит... Исключается, да. А почему тогда я должен попадать туда в невозможное? Дальше, как поехать, какие города, как отправлять книги, чем отправлять, какими контейнерами, кто там примет без нас? Мы приехать должны, там уже готова лежать литература наша. Дальше, куда ехать, какой план? Я приезжаю незваный, нежданный. Я должен правительственное указание не принимать книг сейчас вышло. Мы опоздали на 4 года. Я должен взломать эту обстановку и, вопреки законам, выявить людей, нуждающихся в этом. Там не на уровне правительства, я так говорю просто. Это воображение. Второе знание. Мне нужно знание. Как это вот сделать-то теперь? Вот достать так. Я вообразить-то вообразил, картину нарисовал, но я должен знать. Непослушный бывает, вредный. Что с ним делать? Там материться ребенок, что? Я должен знать лекарства. Я знаю австралийский метод, шведский, японский. Я все узнал во всем мире, как воспитывать детей вот, в детских лагерях. А придут власти, а тут было, на меня громили здесь. 3 уголовных дела возникли за одно лето только, против меня. Я должен это все знать. Дальше. Третье качество – умение. Я узнал, все, на бумаге я нарисовал. А как на деле это? Вот я, допустим, знаю, как рисовать. Нужно кисточку, нужно краски. Я знаю. Я очень хорошо знаю это, но нарисовать я не сумею. Почему? Я не умею. Я когда рисовал в 5 классе, рисовал, у меня пейзажи, все получалось. И у меня такая жажда была, я в школе был только буквально трёсся, скорее домой закат нарисовать. Там. И вдруг все у меня, я отошел от этого и занялся другим. Знать 3 качества. Воображение, нужно знать и умение. 4 качество, лидеру, если я думаю ведущим быть, это решительность. У меня препятствия. У меня враги. Я еще не вышел на войну, а враг должен знать, он будет побежден. Мы еще не вышли, он уже белый флаг выбрасывает. Решимость наша такая, что все трепещет вокруг. Мы настолько решительно все должны делать. Так у вас стали ставить фильм про меня и говорят, у него какие-то большие связи в городе. Поехали туда, куда его знают. Вот поехали сейчас везде, вы с Потеряевки, баптисты едут с благовестием со своим. И везде им говорят, а вы не с Потеряевки, почему? Так они уже были. И они решили, а кто таки Потеряевка, как найти? То есть мы заявили о себе не по краю только, не только по стране, а по Европе. Значит, решительно нам препятствует, мы сделаем все, чтобы этого не было. Тут комиссия брошена против меня, разные, местную прокуратуру, суды подключили, и все было разгромлено. А почему? У меня близкий друг прокурор края, друг, генерал-лейтенант. Краевой судья тоже близкий. Юстиция, генерал-лейтенант, тоже близкий. То есть они ничего не могут сделать. К мэру города сунулись, а мэр города, у него помощник, 5 тонн продуктов получил. И они сели. Так у него все схвачено. Пошли в отдел образования края, а говорит, а там объявление Лапкина лежит. Как он их приспособил, что они помогают ему? Отдел образования. Краевой отдел образования, это очень большая единица. То есть решительность, это 4 качество. 5 качество, христиане почти не понимает. Это беспощадность. Я должен быть беспощаден. Как? Да мы же христиане. Беспощаден к разгильдяйству, к недержанию. Я с тобой договорился, ты привезешь вовремя дрова, а ты не привез. Почему не привез? Да вот, я с тобой дел не хочу иметь. Я решительно его отсекаю, он больше со мной не работает. Договорились вовремя. Продукты должны быть. За рубежом как? Они работают, когда
И у него, вот у нас, если мы работаем, то у нас запас там на полгода вперед, а у них запас только на один день. Я говорю, а как же ты дальше-то будешь-то? У тебя же кормить-то нечем, как нет, у меня договор составлен. Так бывает непогода, меня это не касается, договор, я заплатил за все. Если он не выполнил это дело, решен вопрос. Он другим сообщает, с ним не имеет дела, он в трубу вылетит. Я должен быть беспощаден к тем, кто не держит слово, кто не выполняет, кто не встает вовремя. И это можно добиться путем тренировки. Но шестое качество никому не удастся создать самому. Это привлекательность. Образ привлекательности заставляет тебя быть в центре событий. Меня нету, я уеду, к примеру говорю, я в Европе, а я знаю, если было так, что лагерь действует, я на операции лежу, я знаю по часам, что тут здесь делается. И они ждут. Меня привозят в пол первого ночи, а лагерь-то ложится почти в 9, они встают рано-то. Весь лагерь ждет там, когда меня привезут, чтобы встретиться. Это их никто не заставляет. Привлекательность, почему это Бог создает. Это молитвенный настрой, это чтобы все понимали, что ты нужное дело делаешь. Привлекательность. Вот в это то привлекательность, ее нельзя создать. Он дается, и над этим надо работать. У меня есть люди, которые всем пяти качествам удовлетворить, нормально могут работать, и решительные, и все сделать. Шестого качества нет, с ними никто не хочет работать, он остается один. Я воспитатель, они говорят, а кто будет у тебя там? Я говорю, вот такой-то, я не пойду ничего. А почему? Ну не пойду, да и все. То есть он не привлекает. Он бывает жесток и беспощаден у него. Есть, ну, дальше он настаивает на своем, не по мне вот так, а я все время гляжу, говорить, не говорить, отступить где-то надо, где-то ослабить. То есть я должен руки держать на пульте все время. Вот он такой с ним. Ну, он такой и есть. Но я должен к нему так подойти, чтобы он понял, я исправляю его, я помогу ему расти. Его душой никто не занимался, он рос сиротою. И, наконец, он это понимает. А я могу давануть им, он пошел с одним работать. Раз, два, даванул, он убежал оттуда. Он подхватился, хвост трубой, говорит, удрал. Ну и все. А по какой дороге, говорит, ты его будешь искать-то? Его и нет. Он удрал, ну удрал. Вот какое дело. Привлекательность, это качество вымаливается у Бога. Я не то, что я хочу быть хороший, я сладкий, пушистый, белый. Нет. Я такой, какой есть. Я никогда не скрываюсь, никому не подделываюсь. Но я смотрю, выгодно это или нет, позвонить или не позвонить. А если я скажу, какой результат, я просчитываю несколько ходов вперед, как в шахматной игре. А он ответит вот так, а мой так, значит, мы разойдемся здесь. Нет, мне лучше промолчать. Вот. У лидера должно быть терпение абсолютное. Есть такое выражение, терпения не хватает, переходи на долготерпение. Переключай скорость туда. Вот эти качества, значит, первое, воображение. У тебя есть оно воображение? Ты знаешь, что за этим будет? Ну, допустим, человек решил, ну, не ладится в семье, жена такая там, гулявая там. А я разойдусь, я сойдусь, другая будет лучше. Она точно то же самое, то же самое зловоние, и ничего больше нету. Она не знает Бога. А я там не венчан был, а тут я повенчаюсь. Ну, грех прикрыл венчанием, только всего. Ничего не будет. И ничего не будет. Так, нет? Так. Так, у тебя опыт достаточно, чтобы подтвердить. Второе, знание. Знание, это значит, нужно учиться все время. Я где бы ни был, в дороге, где-то, меня всегда спрашивают, а что вы заканчивали? Я знаю люди, которые высокое звание имеет, просто профессор. Его никто не спрашивает. Я говорю, тебя спрашивают, что ты заканчиваешь? Говорит, нет. А почему меня спрашивают? Я выступаю в летном училище, а там почти одни полковники, учителя. И вот они, когда закончил я занятие, 470 курсантов, летчики будущие. И вот когда кончил занятие, они меня к себе в кабинет призвали, такие, знаете, один, аж, ну как военные-то они все такие подтянутые. Скажи, Саш, у тебя какое впечатление? А все академию кончили, военную академию. Ну, преподаватель, у меня, говорит, такое впечатление сегодня, как будто я сроду не учился, говорит. У меня ничего нет. Понимаешь, вот это ликующее состояние, осознание, все полученное ими сегодня, выше во много крат того, что его всему учили. Это знание. Знание добывается трудом. Я учился всю жизнь конкретно, всю жизнь. Учился много, везде и всюду.
Я должен ребенку рассказать про березу, про ветлину, про птицу, про все, про флаг. Все, что меня окружает, что делает. Идем, я останавливаюсь и рассказываю об ягодах, о целебности трав. Я должен все знать. Я лидер. Знать. А теперь я должен знать, уметь, как эти травы собрать, в какое время, как высушить, когда запарить, как дать. Это к примеру говорю, понятно? Ну а дальше это решительность. У доброго дела всегда будут враги. Почему? Потому что есть сатана. Мне тут мешали ужасно. Комиссии, 15 краевых комиссий в течение 2 месяцев только было. Не успевали ворота открывать. 1 год приехали даже ФСБ. Это прокуратура, это пожарники, это милиция, санэпидемстанция, это особенно зловредные. Ну, какие кривые-то? А надо, чтобы капельное было. Мы не подходим под нормы. Но у нас есть одно «но», которое они не могли прошибить. Когда регистрировали, я воображением своим не доставал до этого. Мне, как Господь сказал, нужно зарегистрировать не лагерь, а лагерь дефис стан. Лагерь стан. Теперь я выбрал из Библии, что означает стан. Это перемещение с одного места на другое, это не стационар. И поэтому все законы, относящиеся к стационару, не относятся к передвижному. Мы туристы, туристы. Ну, у вас же на место. Ну да, но зарегистрировано-то так, и они ничего не могут сделать. И тогда выступает там, перед теми, которые снимают фильм, глава администрации района, и говорит, Лапкин как-то хитро так зарегистрировал лагерь, сколько комиссий, никак не могут его закрыть. Как-то хитро. А у меня хитрости вообще нету. У меня волосатой руки нигде нету, чтобы противозаконно где-то действовали. Вот как Бог делает. Лидером хочешь быть, душу свою довести, а ты, каждый должен быть лидером. Повторим, воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, воображение. От американцев привлекательность. А? Привлекательность. Привлекательность. Я подумал, может быть, они ошибаются где-то. На практике применил, нет, все так и есть. Но они американцы, меня не касается. Исследования провели они, а принял к действию я. Я не знаю это автора, это коллектив над этим работал. Тысячи разных вариантов на войне было. Исследовали этих людей, почему они выскочили, повели в атаку военной позиции. Я перевел на гражданское, и теперь с вами делюсь. Всего хорошего. Понятно?